Вот так всего неделю назад выглядел небольшой сквер на улице Лесной. Освещение, дорожки, удобные столы и лавки. Как говорится, пользуйтесь на здоровье. Но что-то пошло не так. Когда их поставили, когда мы увидели, что это все организовано, красиво, это было здорово, это было симпатично, но в процессе люди стали постоянно жарить шашлыки, то есть это идет нон-стопом получается, то есть практически с утра и до самого вечера. Шум, когда люди начинают выпивать, отдыхать. Получить полное представление о том, что творилось на площадке, позволяет видео одной из жительниц близлежащего дома, которое она выложила на Ютубе. Вот мы слушаем эти крики и визги. Дети вообще просто боятся этих диких криков, этих визгов. Это полнейшее просто безобразие. Естественно, больше всего доставалось жителям двух близлежащих домов. Граждане обратились к депутату, а тот, в свою очередь, к застройщику. Этот сквер стал логичным продолжением облагороженного бульвара, который протянулся через весь микрорайон. Рядом с ним расположена площадка для выгула собак. И хотя мохнатые питомцы тоже бывают довольно голосисты, к ним у местных жителей претензий нет. Получается, в нашем случае животные оказались интеллигентнее людей. На благоустройство этой территории были потрачены немалые деньги, а потому сносить все подчистую не стали. Мы подумали с представителем застройщика, нашли Соломоново решение, демонтировали данные здесь столики и столы для того, чтобы, во всяком случае, постараться оградить возможность большого скопления здесь такого рода невоспитанных граждан, которым абсолютно все равно на проживающих рядом людей. Казалось бы, только столы и лавки убрали, но местные жители уже, что называется, почувствовали разницу. Здесь постоянно народ был, постоянно распитие спиртных, постоянно шум, гам, не считая днем, это все также ночью происходило. Виден эффект, то, что меньше уже народу приходит, и драк нету из-за места, и еще что-то. Хотелось бы сказать спасибо депутату, который Валерий Черников, который отреагировал на наше обращение, отреагировал и не просто, а действиями. Это очень приятно, и мы все это ценим. Конечно, жарить шашлык перед лесной полосой местные жители не перестанут, но безобразие и беспокойство для граждан станет на порядок меньше. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.